Владельцы этого имени должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать конструктивно и творчески. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Человек с этим именем должен чувствовать себя свободным, всегда стремиться к активной жизни, полной приключений, неожиданностей и острых ощущений. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Если носители этого имени родились добрыми и отзывчивыми, такими останутся на всю жизнь, как бы ни била их судьба. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действию. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.